Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Так, бесплатное вращение, обязательно. Так, это у нас для Чака. Ерунда какая-то, да? И еще одно бесплатное вращение. Журчащая арфа. Тоже слабенькая, да, получается? Плохо. Так, а нам нужно с тобой сколько? 27 золотых монет, чтобы мы могли с тобой 10 раз ролить. Нет у меня пока столько монет. Приготовить можно сок? Нельзя, не хватает вот этих вот ягодок мне. Точнее, не ягодок, а сиропа, наверное. Хм. Так, можно сварганить, что ли, получается? А ну-ка давай. Трындец. Просто обалденно. Мне нравится мое везение в этом плане. Просто обожаю его. Фартит как утопленечку. Ну ладно, друзья мои. Сегодня попробуем поиграть немножечко еще в подземелье. И я очень сильно хочу пройти его. Но там будет босс у нас, скорее всего. Хотя я обещал вроде бы прогуляться по карте. Тут есть некоторые местечки, где мы с тобой еще не были. Здесь нам не потянуть, это явно. Так, может быть, кстати, здесь где-нибудь есть ресурсики, которые мы можем с тобой собрать. Давай-ка посмотрим хорошенько всю территорию. Может быть, такое может, ребята, на откате произойти, но я пока не вижу ничего. Пока все вроде бы как бы не восстановилось, да? Так, здесь тоже камни, как видишь, пустые лежат. Ну, видимо, нет, ребят, ничего у нас не откатилось. Так, а вот здесь вот моргает. Это в плане я здесь не был. А ну-ка давай глянем, сколько здесь мощей. 663, 663. Слушай, мы в принципе можем с тобой попробовать здесь повоевать. Тут дают трех. Так, а если я сделаю, вот уберу этих, да? Так. И вот так. Блин, все равно слабовато получается. Даже если посмотрю рекламу, 20% к здоровью и к атаке, это все равно будет маловато. Но ведь я могу воспользоваться... А, не могу, ребята. Ага, вот в чем проблема. Здесь нельзя звать на помощь. Если я испробую бонус 20%, ну это будет сколько? 550 максимум. Они все равно будут меня на соточку сильнее, да? А почему я раньше не обратил внимания, что там нельзя вызывать помощь? Тогда идем в подземелье, друзья мои. Идем с вами в подземелье и пробуем проходить здесь. Да, у нас тут можно позвать на помощь. Вот он, кстати. Вот он, этот буржуй, ребята, стоит. Но мне кажется, что это не последний босс. Потому что, мне кажется, будет еще сюда проходик. Ладно, давай попытаемся с тобой его. 707! Да вы... Это, ребят, трындец просто. Даже если я возьму кого? Ну, вот этого, предположим. Сколько будет? 616. А, так это последний. Все, ребят, тогда мы делаем с тобой, знаешь что? Будем смотреть сейчас рекламу, чтобы получить 20%, да, к здоровью. И плюс вот этот вот наш. Тут, наверное, даже это будет много. Можно будет взять и послабее. Ладно, короче, смотрим. Ну вот, смотри, у нас с тобой 739 мощей против 707. А если я, например, возьму в напарники, я могу же отменить? Или не могу? Могу. Так, итого у нас получается сколько? Вот, нормуль, нормуль, поехали. Сейчас мы с тобой пройдем, скорее всего, эти огненные пещеры. А вот что дальше будет? Так, вот он. Призрака мы с тобой пока трогать не будем. Угу. Крепкий малый. Слушай, ну неплохо, идем. Так, что он тут делает? Ага. Попадаем. Прекрасно. Ну что ты, что ты, что ты? Так, ребята, он начинает обдумывать план действий. И это будет массовая атака, насколько я понимаю. Почему мимо-то? Блин, он сейчас что-то сделает очень, очень, ребята, противное.
Вот чувствую, что сейчас будет что-то. Ох, ёлки ты палки. Вот это да. Ну что, мы с тобой хиляемся или как? Наверное, хиляемся. Давай мы здоровье восстановим себе и продолжаем. Но если мы вот так вот с тобой промахиваться, то, конечно, нам здесь ничего не светит. А он опять, ребята, хочет. Да ты запарил уже, блин, его в этот. Так, делаем защиту, короче. Манал я это все. Мимо. Опять мимо. Сейчас будет суперудар. Так, друзья мои, тут что-то как-то вообще все плохо. Вообще все плохо. Допустим. Погнали. Да ну! Это же надо было промахнуться, ребята. Ты достал уже, хмырь. Так, он пока ничего не думает, да? Может его ушатать, а? Достал уже просто здесь. Так, промахнулись. Что-то попало, что-то не попало. Так, ребят. Если он сделает по нам атаку, мы погибнем. Секешь, о чем я? Давай, поехали. Так. Хотя я мог бы, наверное, его и добить с помощью Реда. Зря я последнюю лечилку нашу потратил, да? Получается. Так. И этого малыша сейчас. На. Все, друзья мои. Прошли. В принципе, не такой уж и сложный этот босс был. Зря я, конечно, лечилку последнюю потратил. А почему две звездочки? Почему только две? Непонятно мне, ребята. Вроде бы никто не погиб у нас, все было хорошо. Так, ну что, давай, хлыщ, открывай мне ворота. Так, друзья мои, мы переходим с вами на следующую локацию. Пещера 6. Вечная зима. Кто же здесь босс? Ага. Рыцарь свин. Это даже, я сказал бы, мертвый рыцарь, да? Рыцарь живых мертвецов. Холодная аура в этой пещере восстанавливает здоровье свиней на 25%. Обалдеть. Так, ну что, где у нас вот эти маячки? А, вот, первый же, конечно. Что это? 728 мощей. То есть, друзья мои, если я даже возьму этого, у меня не хватит. Если я возьму даже самого сильного, у меня все равно, по-моему, не хватит. Что у них тут? Еще и здоровье увеличено? На 25%, ребята, увеличено у них здоровье. Ты можешь себе представить, какая это офигенная разница? Даже если я возьму принца Сала, мы все равно с тобой не сможем здесь пройти. А как, ребята, мне здесь тогда, извините, играть? Если я настолько слабенький. Я знаю, что вы скажете, прокачаться, как я тебе прокачаюсь, а? Скажи-ка мне на милость, как я тебе здесь должен прокачаться? Брони у меня нету, вообще ничего. Я не могу даже себе поднять никаким образом мощей. Что вы делаете? Я хочу выйти из этой пещеры, в конце концов, и пойти просто погулять. Но мне кажется, что где бы я сейчас ни находился, я все равно не справлюсь. Любую миссию возьми, отправь меня, да, и я не смогу там пройти. Ну, давай посмотрим. Здесь у нас 100%, по-моему, мощные, да? Да, тут вообще, ребята, даже не обсуждается. Где тогда мы можем с тобой побродить? Я вот, например, ума не приложу. Где тут можно нам с тобой повоевать? Я все, конечно, тут просмотрю хорошо, внимательно. Но мне кажется, что нет таких мест, где мы могли бы здесь. Вот тут что-то у нас с тобой. 468 награда. Так, а оно что, работает что ли у нас? Свин Хряковича, так а остальных почему я не могу здесь взять? Почему? Я не знаю, ребят. Элитные. На элитные 1500. Да
Как тут вообще это все возможно, ребят? Я не знаю. Без прокачки. Тут просто мне негде элементарно раскачиваться. Вот что я тебе хочу сказать. Негде. Так, а это я тоже не взял, да, получается? 659. Ну-ка. 469. 479. У нас порвут же здесь, да? Мне кажется. Ну-ка. Скорее всего, у нас здесь вообще иммунитет к большому урону написано. К большому урону. Блин, ну тут считай на 200, ребята. Разница на 200. Мне кажется, это существенная разница. Вот кто-нибудь из вас может мне подсказать, где здесь можно нормально прокачиваться? Или как тут хотя бы можно прокачиваться, если... Такого даже шанса нету и возможности, понимаешь? Где-то мы с тобой еще что-то видели. Ну-ка, может быть, здесь что посмотрим? В додзе? Так, мастерство плюс 500. Тратим. Ага. Захотел, губишки раскатил, да? Так, Матильда, мастерство повышено. То есть нам нужно зарабатывать с тобой монеты. Если мы хотим вообще как-то тут с тобой что-то делать, нам просто нужно зарабатывать монеты. Тут 663, это мы уже с тобой видели. Других вариантов нам просто с тобой не предлагают. То есть всего лишь два поединка я могу, да? Но вот здесь у меня еще не пройдено на 3 звезды. Вот здесь не пройдено. Здесь не пройдено. Пойдем попробуем тогда добить, так сказать, эти уровни на 3 звезды. Но ведь обязаны же пройти, ребята. 238 свинской мощи здесь, да? 238, у нас 400 с лишним. Мы должны тут просто порвать сейчас. Я на это надеюсь, поехали. Так, смотрим. Начнем с этого. Угу. Прекрасно. Что ты там? Ага. На Матильду что-то хочет, ребята, наехать. Не тут-то было, парень. Ага, дудки. Ну, мы тут обязаны на 3 звезды, ребят. Нам... По-другому и быть не может, согласись. Так, одна же волна? Одна. Давай посмотрим. Ну вот, видишь, совсем другой разговор. А, у нас тут еще можно ролить. Прекрасно. Слушай, может быть, нам... Остается проходить вот эти вот уровни, перепроходить все уровни, которые уже пройдены, и фармить, фармить, фармить. Наверное, так. В таком случае только может быть пройти все. Но лучше, конечно, тогда участвовать именно в поединках на боссах, мне кажется. Потому что, ну, как бы, там больше выгоды, да? И выгоды, и больше получить можно монет. Но единственное, что там очень мощные противники. Так, поехали. Так, летчик-беспилотчик, на тебе. Так, этот крепкий, да? Свин Хрякович. Что это такое? Я что-то не увидел ее вначале. Так, сейчас накажем. Иди отсюда. Ну? Блин, еще жив, а? Да отвали ты. Смотри, что ты делаешь, а? Вроде по мощам слабый, а урон наносит вообще не слабый. Матильда, ты что так мало хиляешь? Не понял, Лена. Да блин, ты достал уже, а? Ну? Мне кажется, из-за того, что у него мало здоровья, нам сейчас с тобой дадут 2 звезды. Ну-ка. Нет, все отлично, ребята. 3 звездочки, все как полагается. Так, ролим. Вот эти капельки, это, кстати, нам пригодятся. Именно из этих капелек мы с тобой делаем красные капли, после которых мы с тобой делаем наши лечилки. А лечилки нам нужны. Так, ну что, я здесь тоже прошел на 3 звезды. А здесь, по-моему, будет закрыто, да? Так, воскресенье, нежить. Вот здесь можно было бы, кстати, побороться. Здесь можно было бы побороться. Так. Почему вот этот сундук мне не открыть, ребят? Вот
Да подожди ты. Вот я вот всячески вот пытаюсь его как-то приоткрыть, подловить. И вот никак. Прям обидно, трындец. Не могу открыть тот сундук. Так, где у нас еще? Вот интересно, сюда вот можно было бы как-то попасть на этот маленький островок или нет? Конечно, была бы арена открыта, было бы все намного, ребята, интереснее и веселее. Потому что на арене можно было бы повыступать. Так, а где у нас события-то, которые показывали нам с тобой? Открыть ворота прямо сейчас. Так у меня нету этих. Голдишки нету, да? Где то самое событие? Вот оно. 468. А, тут только двух можно, да? И помощь друга здесь нельзя, да, взять? Нанять. Свина Хрекович, может нанять его, а? Блин, ну жалко мне как-то тратить 10 монет, которые с таким трудом тебе достаются. Давай просто глянем. Давай хотя бы просто глянем, что здесь. Ведь я проходил, видимо, это испытание когда-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я кажется понимаю, в чем проблема здесь. Они бомбят-то очень серьезно. Это плохо. Да, тут как-то надо. Смотри, они сейчас успеют встать. То есть я не успею их бомбануть, да? А это еще и в туманчик ушел. Сколько их тут? Трое. Ну да, ребят, скорее всего. Они сейчас будут вставать, я не буду успевать. Тут нужна массовая атака, а массовая атака только лишь у бомба. Понятно, короче, в чем прикол. Ну, не судьба, ребята, здесь нам пройти. Не получится. Давай, вот сюда. И это только первые призраки, да? А там еще дальше будут, насколько я могу понимать. Это только была первая волна. Ой-ой-ой-ой-ой. Это кто такой? Свинкенштейн? На тебе. Так, что-то там задумался. Он хочет Реду бомбануть. Может быть и Симатикду взять, но мне кажется, она не успевает отхилять нашу команду. Поэтому как бы. На тебе. Такой чувак весь перешитый. Ты смотри, что делает, ребят. В туманчик, то есть уклоняется, да? Он уклоняется, у него еще, по-моему, пониженная... Ой, все, 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 сейчас что-то будет. Бу-бух. Бедный наш Ред. Нет, тут не вытянуть. К сожалению. Бамс. Да ё-моё, ну... В туман, да, ушел. Я в шоке. О, тут уже и эти встали все. И этот сейчас... Все, понятно, короче, нет, бесполезняк. Все, этот... Свиноштейн вскочил, короче. Нафиг, нафиг, нафиг. Надо... Как тут проиграть-то? Да ё-моё, ну... Да, круто попали. Очень круто. Сейчас Реда уничтожены, да? Угу. Они все встали. То есть здесь нужно было брать Чака. Именно с его массовой атакой. И, наверное, Матильду. Скорее всего, вот так. Ничего не буду воскрешать. Спасибо, я глянул. И я насытился этим уровнем. Смеются они. Если бы игра была бы полностью рабочая на 100%, я бы тебе... Да улюлюкал бы. Сиди там, улюлюкает мне. А так как я не могу нигде развиваться, прокачиваться, что мне прикажешь делать? Ничего, ребята, вот так вот получать звездюлей от всяких мелких свинотников, да?
Ранг 41. Был бы 91. Было бы совсем по-другому все. О, здесь у нас еще уровень с тобой не пройден на 3 звездочки. Как это так? Да ладно. Свинская мощь 113. Что там? Да я сейчас тут их просто разнесу в хлам. Кстати, я еще с магами, по-моему, не прошел. Тоже на все 3 звездочки уровня. Так, Чак, давай. Погнали. Так, сюда и сюда. Вообще на изи разбираем. Все. Уровень пройден, ребят. Вот я и говорю, вот если только таким вот образом фармить себе уровни и ресурсы. Но это сколько нужно проходить, ты представляешь, там по несколько сотен раз один этап, чтобы что-то себе заработать. Ну, определенное количество монет. Это, конечно, сложно. Так, что у нас тут еще не пройдено? Я знаю, что вот здесь у нас с тобой не пройдено, потому что, ух, в свое время мне эти боссики наказывали по полной программе. Давай попробуем сейчас отыграться. Увеличивает размер награды. 3 звездочки. Так, маг кислый щей. Поехали. Ого. Я думал, что он будет такой уже слабенький, а? Слабенький. Ты посмотри. Ты посмотри на него, а? Так, он начинает, ребята, обдумывать массовую атаку. Мне кажется, Чак тут вообще не в тему. Сейчас будет что-то плохое, да? Ого. Ну-ка, Чак, давай. Так. Да. Тут нужна Матильда, скорее всего. Смотри, опять он за свое. Он опять, друзья мои, за свое. Он все не угомонится, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Не получится, по ходу дела, на 3 звезды пройти. Потому что у нас мало здоровья. А если, например, взять Чака и Матильду? Как думаешь, если взять Чака и Матильду? И что мне это даст? Если я возьму Чака и Матильду, мне это даст отхил, с одной стороны. А с другой стороны, у меня не будет дамага. А давай попробуем. Мне вот просто интересно, получится такой вариант или нет. Так, уберем с тобой бомбу, наверное, и возьмем вот так вот. Так, мощь-то... Ну, мощь, да, чувствуется, что намного меньше. Так, что у тебя там такого? Наносит 940 единиц урона всем. 940 единиц урона, ты представляешь? Это, конечно, перебор. Поехали. Так. И вот так. Как у терновый куста хорошо бомбит. Ты заметил, кстати? Очень хорошо. Ну-ка. Смотри. А, еще ходим. Да ем еще. Еще? Что ж такое-то? Ты посмотри, неплохо отнимает, кстати. Вообще неплохо. Так, сделаем с тобой защиту. Поехали. Сейчас он сделает свой суперудар. Но мы его переживем. Мы с тобой сделаем вот так вот. И вот так. Я считаю, что это круто. Так. Он опять за свое. Опять начинает там обдумывать план. Матильда, хильни. А Чак сделает вот так. Поехали. Слушай, ну неплохо. Неплохо мы ему сейчас тут прижучили. Нам, конечно, тоже досталось.
Окей, поехали дальше. Все, ему крышка, друзья. Ему крышечка. Хиляемся полностью. И сейчас посмотрим, дадут ли нам 3 звезды или нет. Так, раз, два, три. Да, ребята, потому что у всех было отличное здоровье. Кстати, неплохо мы справились. О, даже сундучок. Сундучок с ресурсами был. Слушай, ну, в принципе, одного мага мы с тобой забомбили. На 3 звездочки. А они у меня все, по-моему, пройдены на 2, да? Да, все. Давай попробуем вот этого теперь. Не-не-не-не-не-не-не-не, погоди. Вот этот тогда, получается, у нас идет с тобой. Так, слушай, секунду. А у него свинская мощь, это почему-то всего 292. Пи. Ну, давай посмотрим. Может быть, там какая-нибудь потаенная загадка, да? И не все так просто. Вот он, один маг. Маг кислых щей. Так, отравляем. Угу. Оу. Это что такое? Вот это плохо, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, как это плохо. Это, ребята, вообще не есть хорошо. Здесь нужен бомб. Скорее всего, здесь нужен бомб. Потому что, ребята, ну смотри, что происходит. Ну. Ох ты, как он жучил-то, а? Трогать его опасно, понимаешь? Блин, он не прекращает свою эту штуку. Хиляемся. Защита. Так, сейчас он собирается бомбануть Чака. Давай защиту поставим. И атакуем. Попробуем это все дело пережить. Ой-ой-ой-ой, как-то было больно. Ты видел, как мы с собой отхиливаемся? Офигенно. Слушай, что у него-то аура? По-моему... Да, наносит урон он не кисло. Так, лечимся. Лечимся. Аура. Мы будем ждать, когда он сам отдуплится. Главное не переборщить. Так, сейчас будет массовая атака. Так, хиляемся. Удар. Он не успокоится, он так будет свои ауры, да? Шпиндрякать. Угу, начинается. Будет бомбить Реда. Слушай, а он бомбит Реда, у него уже массовая атака. Так, смотрим. А, еще хиляемся. Ну-ка, глядим. Да, наносит урон абсолютно всем. Так, ну что, хильнемся? Так, Матильда, ударь его. Так, шипы пошли. Шипы пошли. На тебе. Так, нам нужно выжить. Нам нужно с тобой выжить, а делаем мы с тобой тогда вот так. Так. Отхил. Защита, отхил. Отдуплись. А, еще хиляемся. Ну, еще хиляемся. Е! 3 звезды. Давай мне 3 звезды, не меньше. Ну-ка. Раз, два, три. Вот так вот, ребята. Вот такой вот подход. Слушай, ну неплохо, хотя бы 3 звездочки будем с тобой делать. Раз подземелье мне не подтянуть. Блин, мне обидно, конечно, что подземелье мы с тобой не тянем. Так, следующий у нас маг с тобой вот этот вот получается, да? Свинской мощи 360. Зарядка в течение 2 минут наносит всем врагам. Уменьшает силу атаки на 35%.
Ну, главное, чтобы не было никакой контратаки, знаешь, типа там шипов, отравления или еще что-нибудь. Ну что, давай проверим его на прочность. Допустим. Так, что ты там делаешь? Хилочку, да, врубаешь? Еще радостный такой. Так, бомбим, бомбимчик. Так, это массовая атака, он там хочет что-то врубить, да? Что ты там хочешь сделать, а, поганец? Так, перец у нас есть. Итак, смотрим. Мощно. Мощно, конечно, ребята. Захиливаемся. А, он мне еще и понизил атаку. Гаденыши такие. Вот оно что. Так, ну сколько он там хил себе врубает? Мы наносим мало очень урона ему. Там где-то в районе. А, вот так если. Оу. Он 1160 восстанавливает себе, да? За раунд. Поехали. Матильда, конечно, бьет очень мало. Единственное, что нам может помочь в этом случае, это перец. То есть компенсирует как бы дамаг. Ты видишь, да? Допустим. Хиляемся. Атака. И хиляемся. Блин, все равно, по-моему, успевает, да, ребята? Мне кажется. Успевает он восстановить себе здоровье. Как бы это проконтролировать, да? Ага, ага. Все-таки неплохо, ребята, бомбит. Я увидел, насколько хорошо отнимает. Вот именно отравление, видишь? Ему не вариант, ребята, ему не выжить. Он будет себе восстанавливать, конечно, здоровье, но... Ему не выжить. Смотри, потихоньку здоровье пошло уменьшаться. Так, а теперь мы с тобой вылупляем по полной программе. Так. Ну, ты сам видишь, да, все прекрасно. Тут даже говорить не о чем. Ха, все, ему крышка, ребят. Прямо сейчас крышка. Раз, два-с и три-с. Да, ребята, еще один маг пройден на 3 звезды. Это классно. Нашел себе развлечение, да? Не смог пройти там, так давайте боссов бомбить. О, сундук. Нормуль. Нормуль. Получили свиновишню, да? То, что нужно. Как раз для хилочек. Так, ну что, давай глянем, что у нас тут еще осталось. Остался вот этот босс. Этот босс у нас заморозки. Наносит... Ох, ё-моё. Он наносит тройную, ребята, атаку. Тройную атаку, я так понимаю, льдом, да? Сейчас посмотрим, насколько он силен. Ну, разбирается он пока нормуль. Давай мы сделаем вот так с тобой. И смотрим. А. Так. И. Упс. А, нормально, нормально. Мы можем с тобой хиляться. Я просто подумал, что мы не сможем. Все отлично. Вот он как делает. Чак, будь добр. Повесели-ка нас. На тебе. На, на, получи. Изичный, да, чувачок, по-моему. Главное, не сглазить. Ой-ой-ой, вот это вот больно. По Матильде нельзя такие удары наносить. Слушай, он достал уже, а? Зачем я так сделал? Зачем я так сделал, ребят?
Так, все, собирается, да? Он собирается нас бомбить. Но мне что-то подсказывает, что ничего у него не получится. Хильнемся. Вот и все. Ну, по-моему, 3 звездочки, как минимум. Да, ребята. Отлично. Слушай, ну круто. Всех боссов, которых я когда-то раньше не смог побить или еле-еле побеждал, сейчас я их просто разбираю. Ну, потому что уже и опыта побольше все-таки и прокачаны у меня чуть-чуть, мои птички. А почему вот этот сундук я не могу взять? А, потому что здесь закрыты ворота. Ясно. Ворота у нас еще дофига, ребята. Где-то 3 или 4 штуки закрытые ворота. 25. Я, наверное, когда-нибудь точно психану и открою все эти ворота за золотые монеты. И вот это тут не понятно. Как вот, ребята, его взять? Вот как этого босса взять? Тут вот тоже, видишь, сидит. Мне кажется, это вот здесь мы должны открыть ворота, потом пойти, наверное, и здесь вот перелететь. Скорее всего, так. Но для этого нам нужны монетки. Думаю, в следующей серии мы, наверное, с тобой откроем эти врата. Ух ты, только сейчас увидел, что здесь есть миссия, в которой тоже 2 звезды. А ну-ка, надо это дело исправлять, должно быть все красиво у нас. Не понял. Ты кто такой? Ты моя копия? Ты моя... Да я тоже защиту поставлю. Что ты там думаешь? Не надо думать. Что-то он, ребята, наверное, сейчас... Мне нельзя даже применять, прикинь, ни лечилки, ничего. Ой. Так, хорош. На тебе. Так, он опять начинает там обдумывать свой план. А мы ему все, ребят. Мы, по-моему, сейчас ушатаем его. Рискуем. Итак. Ну да. Сколько звездочек? Ай-яй-яй, а почему 2? Почему только 2? Потому что у нас немножко здоровья осталось. Ну, я бы не сказал, что у нас немножко. Все у нас было хорошо. Ну, видишь, у него 120 с лишним там мощей. И мы не смогли его побить на 3 звезды. Ладно, попробую тогда с этим делом разобраться чуть позже. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Вы, кстати, напишите в комментариях, стоит ли вообще нам играть еще в эту игру, бегать тут на 2 звездочки проходить, или чем тут можно было бы заняться, а я уже почитаю и подумаю. Тихо. Видишь, как полезно смотреть по карте, бегать. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.